Здравствуйте, с вами снова я, Матрёшка, учительница иностранных языков. И сегодня я хочу предложить вам, на мой взгляд, очень простую, но очень эффективную идею для работы по методу сотрудничества, которую вы можете воспользоваться как и в учебном заведении, так и в кругу друзей или в семейной обстановке. Работая в том году в своем небольшом лагере для детей, которые изучают русский как иностранный, я заметила, что в какой-то момент у нас воцарила такая обстановка излишней соревновательности и постоянная борьба за лидерство, что, ну так скажем, не чуждо, конечно же, детям, но это стало вызывать больше напряжения, чем радости, если честно сказать. Ну и, наверное, именно в этот момент у меня родилась идея предложить детям занятие, в котором они увидят, что можно работать вместе и можно работать над какой-то единой целью. Занятие по методу сотрудничества. Назвала я эту идею или маленький проект «Доставь воду в деревню». Итак, описание проекта. Путем сотрудничества ученики работают над общей задачей – доставить по цепочке воду в деревню. Материалы – это любые емкости для переливания и переноса воды. Языковой материал – это лексика, которую используют взрослые в устных указаниях на изучаемом языке. То есть вы можете делать этот проект на любом изучаемом языке. Важно отметить, что вы можете предложить детям делать это на скорость, например, дать им одну минуту, но важным условием будет то, что подгонять друг друга можно только вежливыми способами и, конечно же, разрешается помогать. Вот. Либо вы можете просто продолжать наполнять сосуд, пока вы его не наполните до самого края, и при этом вы можете предлагать детям меняться ролями. Наш проект называется «Спасаем деревню, в которой нет воды». По цепочке стоит наш графин, и туда мы собираем чистую питьевую воду. Так, первые шаги. Вот Аня тут у нас. Так, Джоузи будет наливать вот сюда, в зеленую трубочку. Дима ловит. Дима, ты где? Привет. Ага, привет. Так, баночку. Эш из стаканчика вливает в какую трубу? В черную, правильно. Зеленый. Так, здесь у нас Пейк. Так, вот у него зеленая ведерко. Дальше он побежит к Алисе. Алиса на горке. У нее леечка. И потом она с этой горки будет выливать водичку, из этой лейки будет наливать водичку в горку, а с горки у нас ее поймает. Это Матвей, бегите сюда, зайка. Вот он сидит, ждет. Немножко устал наш работник и поведет, понесет это ведерко. Нет. Вот туда. Да, привет. Все, попытка номер два. Аня из ведерка, давай Джоузи наливай. Так, работаем вместе. Аня к нам вернулась. Бывают всякие ситуации, конечно же, в команде. Так, Джоузи, давай, наливаем. Молодец, молодец. Так, Димуся, лови. Ой, прости. Молодец, ты уже готов. Вот все-таки практика какое имеет значение важное. Так, Дима передает. Быстренько, оперативненько передает Эштону. Хорошо, чуть-чуть, Эш, можно, Дима, чуть-чуть капнет? Спасибо большое. Всегда хорошо, когда люди могут договориться. Так, молодцы, во, и сразу счастье. Так, и пошел процесс. Тяжелая труба. Здесь у Пейка и у Эштона. Так, льется. Отлично. Так, Пейк, бежим к Алисе. Там наша сидит, красавица, с леечкой в домике. Эштус, молодец. Так, молодец, Пейк, наливай в леечку. Так. Так, скажи, я буду так. Давай так попробуем. Так, Алисочка, давай. У нас, правда, клюшка хоккейная, все-таки не смогли мы ее достать. Так. Вот оно, лови здесь. Что, получилось? Так, подожди, вот еще идет оно. Идет. Так, хорошо. Так, опять она не пытка. Попытка номер 4. Третья у нас увенчалась успехом. Посмотрим, сможем ли мы это сделать быстрее, чем за 2 минуты. Итак, на старт. Внимание, марш! Алисочка, воды на... Breaking news. Да, точно, как новости.
Так, Алисочка, вот сюда, Корнико, молодец. Аня пыталась подсказать, это хорошо, в команде обязательно нужна поддержка. Молодец, молодец, молодец. Молодец, Анюта, вот видишь, как иногда нужно просто сесть спокойно, тихо, и все получится. Аня, осторожно наливать свою черную трубу. Так, Дима будет ловить. Поднимать. Джоузи, помогай, зайка. Так. Ура, ура, как быстро получилось. Мы, видимо, мы это поймали в нужном месте, эту трубу сейчас. Так, Димуса бежит, бежит к Эш с Лейкой. Бегом, бегом, Эша, у нас осталось немного секунд. Так, молодцы, все-таки как важно, важна точность в этом деле. А для того, Эштон сразу же, отлично, ребята, у нас опять получилось. Ура! Очень много воды. Итак, сможем ли мы этот сосуд сегодня заполнить полностью, чтобы помочь людям в деревне? Отлично, ребята! Ура! Ура! Молодцы! Так, хорошо, еще раз будем меняться.